Сегодня глава республики встретился с коллективами двух предприятий. На одном рассказали, как можно оказать услуги на 1 000 000 000 рублей, на другом, за счет чего можно выйти на международный рынок. Благоустройство уличной дорожной сети столицы, строительство и ремонт дорог всегда было главной задачей Дорекса, вне зависимости от юридического статуса. Когда-то муниципальное предприятие стало акционерным обществом. Глава Чувашии ознакомился с готовностью автоколонны и механизированного парка к осенне-зимнему периоду. Ведь ни для кого не секрет, что качественно подготовленная техника – это гарантия чистых дорог зимой. Сегодня почти 800 миллионов рублей имеется контракт на содержание и выполнение других видов работ. В этом году мы с вами пошли к строителям на благоустройство дорог территории. То есть сегодня мы с вами решаем вопросы благоустройства нового строительства. Дорожники осознают серьезность поставленных задач. Задача вашего в 2017 году превзойти рубеж 1 000 000 000 рублей в год и войти в клуб организаций, в реестр тех коммерческих организаций, которые на сегодняшний день у нас преодолели этот 1 000 000 рубеж. Их в этом году, наверное, будет у нас по республике 35 организаций. Вручение наград – это как стимул к хорошей работе. Поздравляю, благодарю. Я имею свою политическую волю. Объявил 2016 год годом человека труда. Поздравляю вас. Сегодня же глава Чувашии ознакомился с производственными мощностями другого предприятия, специализирующегося на выпуске оборудования для пищевой промышленности. По качеству оно не хуже зарубежных образцов. Несмотря на небольшой коллектив, компания успевает выполнить не только местные заказы, но и выходит на международный рынок. Другими словами, переходит от импортозамещения к экспорту. Командный дух есть, команда работает на результат, чтобы продукция продавалась. Я сейчас на улице посмотрел. Продукция уже, которая катлыски подготовлена в Белоруссию. Украина, Казахстан. Украина, Казахстан, я там посмотрел. Узбекистан. Литва. Армения. Литва. Вот сейчас контракт заключен с Арменией. Вот это уже здорово. Вы не только теперь представлены на уровне Российской Федерации, вы представлены на уровне стран СНГ, вы представляете уже себя, соответственно, на уровне мира. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с трудовым коллективом и ответил на вопросы сотрудников. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.